Ребята, здорово всем. Давно я по покемошкам ничего не записывал. Совсем. Ну что, давайте поиграем. Значит, за кадром, вспоминая, у меня появился Магмар, я его поймал в башне. Вот она, сожженная башня на 16 уровне в подвале. Я там хотел подкачаться, бегал, там кофингов этих бил ядовитых. И вот он попался. То есть я решил его взять, почему нет. То есть у него характер не прям, конечно, прикольный, скорость падает, но вот специальная атака, то, что повышается, это хорошо. Вот, ему тогда нужна будет небольшая какая-нибудь защитка, типа световых экранов, барьеров, и уже потом его выбрать, чтобы он просто наносил свой большой урон огнем. Вот, плюс еще, что у него есть, это удар втихую переводится. Атакующий подход ко врагу с невидимым видом, после чего делает подлый удар, бьет без промаха. То есть очень хорошая атака, и сейчас мы пойдем призрачный гимн, вот, с Магмаром. Потому что есть у него темная атака, которая будет бить призрачных покемонов, но как бы есть загвоздка. Все призраки, ну, в большинстве своем используют замешательство, какое-нибудь усыпление, и как бы это может стать проблемой. Вот. А так как скорость у него маленькая в связи с характером, он просто не обгонит какого-нибудь там Хонтера, Генгара. Его усыпят, и придется вот так париться. Так, ну вот, например. Подмастила, гасли выбрала. Ну, подкачаемся. Да, это эффективно, естественно. Только Магмар. Как бы, ну, у меня есть полидировал еще с гипнозом. Я вот только еще и на него, наверное, рассчитываю. Ну, есть Випинг Белла тут. У него есть шоковые споры. Парализация. Может, конечно, помочь, но если его опять первого усыпят или парализуют, то, блин, будет плохо. Ладно, посмотрим, что будет с ними, не хочу загадывать особо. Я понял, что тут призраки, на входе чувак подсказал, что тут призраки. Думаю, мы сможем победить. Наверное. Я не знаю, что кто, что использует гимн. Вернее, гейм-лидер. Морти, или как там его? Мортис. Не помню, чувак, он был сгоревшей башней, тренер. Ну, хоть добил уровень. Уже хорошо. Магмар — это мой любимый огненный покемон вообще из всех. Ну, наверное, еще люблю я огненного стартовика. Тайфлоужена, которого здесь можно было получить. И Блейзикена. Мне нравятся вот эти вот ребятки. Ну, наверное, и все. О, да, ребят, наверное, и все. Делаем сейв. Придется эмулятор перезапускать, к сожалению. Опять пошли вот эти вот проблемы. К сожалению, такой ром, он вот такой вот. Ничего тут с этим не поделаешь. Так, ну что? Он перезапущен. Погнали. Прикольно, такая дорожка слегка подсвеченная. Но все-таки видно, куда идти. О, а вот и контур 20 уровень. Весьма неплохо. Если бы он 24-го, наверное, был, он бы точно бы обогнал Магмара. Возможно, выдержал бы.
Это вот так, 540 очков, неплохо. Так, еще я посмотрел, есть такой маленький слоник, называется Фампи, такой синий. Я как бы хотел бы его себе тоже найти, но я не знаю, где его взять, но он здесь есть, в этом регионе. Чистый земляной тип, мне такой воин пригодится. А, так она после боя закрыла. Ах ты скотина старая, ну ладно. Значит, сейчас смотрим, запоминаем. Вниз, вперед, потом за ней сразу вверх и на... Ой, бля. А я думаю, что свет-то там пропал. Вон там, 22-й. А нет, Магмар его съест. Видите, смотрите, он уже быстрее, да? Уже на 22-м уровне быстрее. Хотя, подожди, ответ на удар... Не знаю, что это за атака, может это Сакер Панч вообще был. Если да, то он приоритетный. Луч путай. Опачки. Ребятки. Это мой любимый с точностью 100%. Враг подвергается эффекту жуткого луча и вводится в замешательство. Конечно, я возьму. Не, на вражеских тренеров как бы толку мало его использовать, но если уповать на удачу, то почему нет? Блин, а? Так и знал. Так и знал, что надо было шагнуть не там. Ну сейчас вроде все открыто, да? А, ну тогда халява. Да, халява. Тут вообще надо, если будет обходить стороной. Марта, медиум. Газ, блин, только магмара я здесь сейчас скачаю. Потому что мне в гиме, я только на него уповаю. На вот эту атаку. Я думаю, что это наиболее эффективный будет покемон в бою. В этом бою, в гиме. Так, контур. Надеюсь, что там будет Генгар. Чтобы я смог посмотреть, прикинуть скорость. Лучше замешательство. Это шикарная атака. Нет, газ, блядь. Жаль, не Генгар. Ну, опыт здесь в гиме идет неплохо весьма. Уровень 6 уже. Так, вот она закрыла. Надо было сейчас вверх. Ну блин, ладно, может и не париться, просто вот так вот падать в темноту и потом спокойненько. А вот и он, это Морти. Ладно. Так, что я могу дать Магмару? Провокация, подкоп, обрушение, эмбарго, возмездие, разворот, исцелит отравление. Давайте хотя бы вот эту ягоду дадим, если его ранят, он вылечился, что ли. Сейф. Крутик. Морти, хорошо, что ты здесь. Здесь вокруг тебя покемоны в почете. Говорят, что радужнокрылый покемон явит себя только перед истинно сильным тренером. Я верил в эту сказку, поэтому втайне тренировался здесь всю жизнь. В результате я теперь могу видеть то, что недоступно другим. Я вижу тень человека, перед которым явится покемон. Я верю, что ты человек. Ты поможешь мне достигнуть этого? Каким макаром? У меня вопрос.
Угу, 4 покемона, да. Гастли. Уровень. 21. 9 ударов у меня осталось. Ну, Гастли, ладно. Ну, Хонтер тоже ладно. А вот что еще там у него? Очков. Ай, чуть-чуть не хватило. Генгара он выставляет. Давайте его попробуем парализовать. Именно не сон, а паралич. Но мне кажется, какой Генгар, да, без гипноза. 25 уровень. У него шарм нет, смотрите, как он ходит. Ого. А, ну все, дружище, попался. У него шар. Ну, я думаю, что тут только Магмар сейчас. С эффективной просто атакой. Давай-ка, Магмар. Может, ему еще лучше путаницу накинуть, а, на него? Ответный удар, смотрите, наверное. Приоритетная атака ударил, сволочь. Зная, что Магмар его быстрее, и я похожу эффективной атакой. Видите, он что сделал. Цитрус ягода. А сейчас ты не больше, да? А, нет. Это что такое? Лобный вид. Магмар не может отступить. Гиперзелье, кто бы сомневался, но он с двух ударов упадет, я думаю. Я думаю вообще, что это его основной покемон. 25 уровень. Сейчас он теневым шаром хочет ударить. Не ударит. Опыта очень хорошо. Кто там у него? А, ну да, все, у него контур. Гастли был. Да. 21 уровень. Ну это хрень. Вот 25 уровень контур, я думаю. И был его как конек, так сказать. Ну или туз в рукаве, да, какой-то. Что он выберет и всех моих положит. И еще один фон. Та фигня. Все, значок наш. 23-я, правда, уровня. А тут может обогнать, кстати, Магмара. Нет, не обогнал. Вот и все. 27-й уровень. Ох, хорошо прокачался. Как это возможно? Да вот так это возможно, чувак, не поверишь. Я не думаю, что наши потенциалы такие разные, но все же в те есть. Да будет так, значок твой. Значок тумана. Покинул до 50 уровня, включая тех, что при обмене будут тебя слушаться. Смогут сплавать серфинг. Ну, плавание, ребят. Не поле боя. И вот что еще. Хочу дать тебе. Так, что ты хочешь мне дать? ТМ-30. Shadow Ball? Ну, теневой шар, да. Он наносит урон и имеет шанс снизить специальную защиту. Используй его. Вообще, это очень хорошая атака. Вне всяких сомнений. Вот, теневой шар. Очень стабильно. Точно 100, сила 80. И еще 15 этих очков атаки. Фуррет может... Ну, ему я давать не буду, да. Если бы Магмар учил, я думаю, что да. Можно было ему дать его. Сейв, конечно. Довольно трудный бой, если бы не парализация Виппенбелла. Я подозреваю, что Генгар бы просто мою команду развалил всю. Пришлось бы воскрешать. А ну, если я спрыгну сейчас. Ну, чтоб не бежать обратно. Центр, я забыл, а вот он. Так, и крутик, ты можешь использовать
плавание вне боя. Прибой, короче, блядь. Плавание. Пусть будет плавание, ладно. Пофиг. Что будем делать? Это, конечно, очень хорошо, потому что у меня много мест, где можно поплавать. Много мест. Но я думаю, что такие места, куда я буду возвращаться обратно, я буду, наверное, за кадром проходить. Ну, зачем? Какой-нибудь покебол забрать, там, какую-нибудь ТМ-ку сплавать. Поэтому... Еще один сейв, пошлите дальше по сюжету, как и положено. Хотя, стоп, я вправо город не ходил. Надо бы туда сходить, заглянуть. Сюда. А тут, подожди, я был? Давно, блин, да, не играл давненько. Так, а, подожди. Да, так что мне здесь же дали этот плавание-то. Точняк. Вот тут вот я не был, да. Что тут у нас? Внутри гора Мортар или Мортар, словно разбери. Блин, будь осторожнее, не потеряйся там. Маршрут 42. Кого теней, ТМ-65. Ух ты. Прикольно. Ого, теней. Вот шикарная атака. Тоже точно 100. Ну, аналог Shadow Ball, но сила чуть меньше, но зато имеет высокий шанс крита. Это очень-очень хороший так. Так, вот это гора, да? Мортар. Внутрь водопадная пещера. Что такое? Чё-чё? Ой, прости, что я в тебя врезался. Это в порядке. Только не плачь, вот возьми. ХМ-04. Не зря, блин, пошел. Это атака под названием Сила. Если покемон ее изучит, то он сможет двигать валуны, наслаждаясь счастливой низкой жизнью. Я не смогу же двигать валуны. Почему? Потому что у меня значка нет. Вот она. Шикарная атака. Нормального типа, физическая. Стабильно. Урон хороший, 80, точно соточка. Фуроту. Изучаем. Вот он уже, по-моему, знает 3 хэм атаки. Так, я же могу сюда спробовать, да? Не так ли? Давайте тогда Магмара сейчас уберем и выставим Виттенбелла. Потому что оно травяное, а тут вода. Так, стоп. Что в пещере-то? Пещера водопадов написано. Гора Мортар. Или Мортар. Я не знаю, куда время ставить. Не, сорян. Так, итак. Просто вроде. Ну, что-то как-то несерьезно. Мне нужен теперь летающий покемон. Значит, мне нужен Фанпи, этот маленький слоник. Это будет 5-й. И кто-то, кто может, сможет полет использовать. Да, походу тут без спрея. Меня эти зубаты заколебают. О, ну блин, бачок. Извини. Так-то хороший выбор. Но вот у меня уже вакансии закончились. Тут водопад надо, я понял, я тут хрен куда пройду. Давайте хотя бы куда-нибудь, может, дойду я. Почему нет? В этот раз я не проиграю. А, видимо, просрал бой до меня кому-то, да? Гарри, не докинь. О, 17 уровень, не докинь. В принципе... Попробуем его лозой ударить, чему бы нет. Ну, фу. А, ну он не сильно контратакует. Я думаю, за него тогда дадут опыта неплохо, за недокинга.
Ага. Хорошо. Атаку хочет выбивание выучить. Что за выбивание? Кнопков, что ли? Сила 20. Атакующий выбивает предметы врага, не давая ему его применять в бою. Вообще, конечно, неплохо, но нет. Не изучать, да. Эх, как недоквин. Кто бы сомневался. Давай тогда поливируем, возьмем с его... А, подожди, он что, он меня прибой, что ли, уже знает? Сейчас посмотрим. Гаррисон недоквин. Харрисон. То есть... Да, серфин. Ух, это, наверное, ваншот вообще. Если что, у меня веревка есть отсюда сбежать. Давайте полазим, куда смогу, я дойду. Почему нет? По пещерке-то изучим. О! А, под... Ну, видимо, сейчас это будет ограничено. То есть, где водопад, я не смогу там, например, да, пройти. Где водопад требуется. Трабола. Где водопад не требуется, я смогу залезть. Почему нет? Камни разбивать могу, двигать могу волны. Только два спрея меня смущают. Только. Макси зелья. Облутаем пещерку. Так. Ох, сколько тут. Просто бега. Отлично. Теперь точно отсюда ускользнем. Вне всяких сомнений. А, так тут еще и скалолазание нужно. Вот чуть выше меня. Вот здесь надо будет спускаться. Выбита эта фигня. А, и здесь скалолазание. Ну да. Нет, в эту пещеру, наверное, все-таки надо будет идти. Самородок. Это продадим. Последний момент, когда будут все ХМ атаки. Все, все вот это вот будет. Только тогда сюда, мне кажется, надо идти, чтобы полноценно ее можно было исследовать. Так, ты три... Да, тренер. Ну, опыта мы наберем. С этой пещеры. С остальным Пикачу. Так, слоу. А, это вообще не проблема. Ну, как бы проблема. Ну, у него уровень маленький. Ого, он крепкий. Проклятие. Уменьшается. Упер... А, защита. А, нафиг тебе там кислоту. Ну, все, Маркус. 912 монет. Вот тут я не был. А, ну это выход короткий, видимо, отсюда. Так, так. Вот тут что? Я сюда не зашел. А, так это выход, чертю, бля. Или что, где? Маршрут 42. Эй, это мое секретное место, тот чужак. Так, ребят, мне кажется, я двигаюсь не в том направлении. Совершенно. Мне надо было налево идти. Эдарина. Давай, поливировал брать. Надо, чтобы он прокачивался. Попробуем сейчас с помощью плавания вернуться. Блин, она крепкая какая. 10 уровней почти разница, она выше. А вот так. Так, это что такое? Что он съел-то перед атакой? Понятно, не могу. Дарино. Вот ты маньяк. Там
По-моему, недовина это чисто этот ядовитый тип, если не ошибаюсь. Маньяк. Вот чисто ядовитый тип неплохо. Я бы, наверное, такого не отказался. А ты чё? Ты будешь сражаться? Я продемонстрирую мощь пойманных покемонов. Я надеюсь, там у тебя не Маджикарпы, которых 6 штук будет. Нет? Один? Квилфиш? Вот это Квилфиш, кстати, очень опасная тварь. Рыба эта. Она водяная и ядовитая. Вот какая еще и крепкая. 19 уровень, а блин, держит удар хорошо. Раскатывание, это перекат. Вот. О, ты тоже пытаешься своим хорошим тренингом делать нас товарищами. Номер телефона. Все хорошо. Если что там найдет, он позвонит Покегир. Ну, я надеюсь очень, что с этими тренерами. А как сюда? Скалолазанием вижу. Вот тут смотрите. Тык-тык-тык-тык. Спуск покеболу. Да. Одну клеточку проплыл, уже нападение. 22 уровень, голден. Ну как ее не ударить? Кстати, голден тоже была бы очень хорошим вариантом, если бы у меня поливага не было. С удовольствием взял бы эту рыбку. Критический удар, нифига себе. 348 очков. Хорошо. Зелье. Так, а ну вот это вход в пещеру, в Мортор, да, в эту гору. А, нет, стопы. Ошибаюсь. Нет, подожди, да. Какое-то. Или нет, сейчас зайдем, посмотрим. А прикорны я-то пособираю. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Но, блин, без полета мне впадло к этому курту возвращаться. За 3-9 земель. Понятно, что там мои новенькие покебольчики уже у него ждут меня. Ну вот. Полет хочу. Можно, конечно, сбегать. Ну, я думаю, что не стоит он того столько времени тратить. Чтобы вернуться, забрать покебол. А, да. Это выход с горы. Поплыли, если будут голдены всякие нападать, я буду их бить. Потому что 348 опыта. На дороге не валяются. 16. А, ну тут не 348. Да. Слабовато. Лира звонит. Что такое? Однажды случайно понюхал запах Мерила. Он пах как швабра для пыли. Меня удивило. Да. И мне надо было. Тебе надо было мне об этом доложить, ты считаешь, Лира? Очень сильно сомневаюсь. Что нужно точно, так это продать самородок. Ух ты, 5000 только он один стоит. Антидот 50 стоит. Парочку купим. А, тут только такой спрей. Ладно.
это в супермаркете есть спрей. И как они там, блядь, называются? Ой. Желтые бутылки, которые любой статус снимают. Я забыл. Просто. Реально. Да и по старым местам обходить, где плавание, тоже нужен полет, чтобы я мог по городам как-то по региону перемещаться. Без полета. Переходим на маршрут новый. Я вот думаю, что нам все-таки вот сюда. Макс зелья. Все это пригодится. Деревце. Ну, давайте смотреть маршрут. Летим ввысь, да, у него это птица что ли? Птицелов, да, заводчик птиц хобби. Додл. Кислота. Ой, надо было не в пакет-центр зайти, ладно. Так, баночку ему дам. Еще один страусенок. Так, я вот думаю, где здесь мне найти камень, травяной камень такой, лиственный. Угу. Чтобы развить-то Виппенбелла. Надеюсь, его можно купить где-нибудь тут, ну или найти. Так, морячок, я был за границей, так что знаю все обо всех. Рупер. Ну, чувак, ты прям подмастил Виппенбелла, что могу сказать. И все. Девочка, да, на флаще. Ой, флаще. Давай попробуем так сделать. Так и знать. Она ничего больше не может. Сладкий запах. Так. Не изучать. Ерунда. Полная причем. Вот это интересно. Номер телефона, да.
Все, фуру-то, наверное, не буду качать, не буду выбирать, чтобы не тратить на него опыт драгоценный. Мне он нужен чисто как вспомогательный, но он не более того. Опыт. Ой, да, ну и выбрал я, конечно. Ну ладно. Так, опять он что-то съедает перед атакой. Что ж ты там ешь-то? Лишь пузырей. Ну нафиг она мне нужна. Скилпум, скиплум. Ладно, давай магну. Естественно, это супер эффективно, ты думала. Крысё, начало текает. Слабовато опыта, слабовато. Надо в город вернуться. Снять паралич. Да и просто атаки там остановить, подлечиться. Ну и, наверное, закруглимся. Вот, я посмотрю на покемон датабаз. Где мне поймать маленького слоника, этого Фампи. Ну и... Летуна какого-нибудь. Надыбать надо. Ну, кроме Пиджи, там, Зубата. Вот так. Ходите в любое время. Посмотрю просто по маршрутам и прикину шансы, варианты. Вот, ладно. Спасибо всем большое за просмотр. Всем пока.